N, M и K натуральные числа. Причем M больше N. Какое из двух чисел больше? Такое. При этом в каждом из этих чисел квадратных корней ровно k штук. Тогда многоточие поставьте. Ну, то есть чередуются m, n, m, n и так далее. Да, и там некоторое одинаковое количество квадратных корней. Хорошо. Вот. Докажем это по индукции. Докажем, что вот это число больше этого. Поставьте знак «больше». И уберите слово «или». База у нас будет для k равно 1 и для k равно 2, а шаг будет у нас через 2. То есть... Ну, для 1 и так все понятно, а для 2 надо проверять. Это для 1, а для 2? Для доказательства вот этого факта возведем... Обе части. Знак неравенства напишите. Ну, хорошо. Да, больше. Да. Квадрат. Возведем в квадрат. Потом перенесем корни в одну сторону, а числа в другую. M минус N больше, чем разность корней. Да. Ну, а поскольку у нас числа M и N, они положительные, да нет, проще разложить. Вот та вот разность чисел – это разность корней умножить на сумму корней. А сумма корней, понятно, больше 1. Да. В одном месте плюс поставьте. Минус, да, корень из n. Вот. Да, все, доказали. Теперь я вот это сотру. Ну да, базу индукции проверили. Переход. Докажем, что число вида вот такого, где вот тут, k плюс 2, то есть переход через 2. Да. Не к предыдущему, а к предпредыдущему. Опять же возведем обе части, но теперь не в квадрат, а в четвертую степень сразу. Соответственно, вот тут у нас получится m. Ну, то есть уберем знаки квадратного корня и возведем после этого в квадрат. Да. При этом ясно, что вот тут у нас k плюс 1. Да, конечно. Да, конечно. Больше. Мы пытаемся доказать, что больше. Да. Пока еще мы не знаем, но хотим доказать, что больше. С этой стороны будет n квадрат плюс 2n. Да. N плюс... Тут у нас k плюс 1. Да, плюс m. Плюс m. И плюс корень. Где, да. Да, все хорошо. И вот тут у нас k. Да, пока все понятно. Посмотрим. Вот это число, оно, очевидно, больше вот этого. Конечно. Дальше у нас, сейчас скажу. Вот это число, оно больше вот этого. Да, по предположению индукции. Предположение индукции. Теперь нам осталось доказать, что... Соответственно, вот эта сумма
она больше вот этой суммы. Ну да, и как же это делается? Сейчас посмотрим. Мы можем... Сейчас. Немножко забыл. Чуть-чуть не подсказать. Да? Да. М квадрат плюс n больше, чем n квадрат плюс n. Да. Вот m квадрат плюс n, оно... Напишите больше... это отдельно. Значит, это очевидно, что m квадрат... Это правда. Ну, а натуральные числа для них легко перенести, посмотреть. Осталось сказать, что вот это произведение больше, чем вот это произведение. Да. Ну, двоечки можно сократить. Да. И давайте мы перенесем корни в одну часть, а числа в другую. То есть у нас получится вот так. M делить на N, оно будет... Для решения задачи достаточно доказать, что это число больше, чем... Нет, N уже исчезнет. Да, извините. А тут будет вверху K плюс 1 корень, начинающийся с M... А внизу k плюс 1 корень, начинающийся с n, да. Ну вот, теперь можно все вот это внести под знак, общий знак корня. Да, конечно. И теперь, смотрите, поймем, что вот это число, оно начинается с n, а вот это число начинается с n. Вот это число, оно меньше вот этого, да? Ну, по предположению индукции, да. А вот это число больше вот этого. Да. Соответственно, ясно, что если мы возьмем какую-то дробь АБ, где А больше Б, и при этом прибавим к числителю, допустим, К минус Д, к знаменателю К, то от этого дробь уменьшится. Ну, надо просто сравнить. Напишите знак сравнения с дробью А разделить на Б. Ну и, собственно, да, привести к общему знаменателю. Да. Соответственно, у нас вот эта дробь, она меньше, чем корень из mn. Да. Ну, а корень меньше, чем само m разделить на n. Вот. Хорошо.